Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня «Я просто счастлив». Да чего же ты красивая, да чего же ты смазливая, да чего же ты такая вот. Но бывает же такое, чтоб вот так вот повезло, как мне, чтоб такая вот была, как ты, чтоб тобою любовался я, чтоб меня любила, ух ты, блин. Я это вижу, я просто счастлив, что есть такая девчонка-сказка, моя девчонка. Такая секси, мечта любого, короче, перца. Я это вижу, я просто счастлив, что есть такая девчонка-сказка, моя девчонка. Такая секси, мечта любого, наверное, кекса. Вот бывает же на свете как, а недавно еще не было, а недавно я скучал один. Вот такая вот белиберда, а потом явилась, в общем, ты. Вся такая вот такая вся, охренеть, наверное, можно вот. И еще такая, вау, как. Я это вижу, я просто счастлив, что есть такая девчонка-сказка, моя девчонка. Такая секси, мечта любого, короче, перца. Я это вижу, я просто счастлив, что есть такая девчонка-сказка, моя девчонка. Такая секси, мечта любого, наверное, кекса. Я вообще-то счастлизнама как. Как такое может просто быть? То вообще, то вдруг вот так, как сейчас. Бабы липнут просто как магнит. Только я тебя узрел одну, и пока причем доволен всем, посмотрю и сразу же того. Возбуждение одно везде. Я это вижу, я просто счастлив, что есть такая девчонка-сказка, моя девчонка. Такая секси, мечта любого, короче, перца. Я это вижу, я просто счастлив, что есть такая девчонка-сказка, моя девчонка. Такая секси, мечта любого, наверное, кекса. Да чего же ты красивая, да чего же ты смазливая, да чего же ты такая вот. Но бывает же такое, чтоб вот так вот повезло, как мне, чтоб такая вот была, как ты, чтоб такою любовался я, чтоб меня любила, ух ты, блин. Я это вижу, я просто счастлив, что есть такая девчонка-сказка, моя девчонка. Такая секси, мечта любого, короче, перца. Я это вижу, я просто счастлив, что есть такая девчонка-сказка, моя девчонка. Такая секси, мечта любого, наверное, кекса. Ну, песня новая, извините, если где-то там какие-то запиночки, ну,
пишу сразу, вот, сочинил буквально на той неделе. Сегодня вот как-то собрался духом, сел сразу. И музыку на ходу придумываю, и так далее. Так что, если что не так, извиняйте. Спасибо.